инструкции были четкие. Как минимум, мне нужно выучить английский язык, точнее, прокачать его до тех пор, чтобы он был а-ля native, чтобы я смог объединять культуры. У меня есть много ребят хороших, которые зарабатывают какие-то небольшие деньги, они постоянно мне пишут: «Рома, как зарабатывать?» То есть у меня идея такая: хорошо начать общаться, чтобы брать большие жирные контракты долларовые и их сплитить с самим собой, с моими друзьями, то есть делегировать работу на них, а я буду как агент, который поставляет две разные культуры. Нашу четкую и ответственную русскую и богатую английскую. Вот, я хочу это объединять.